Приветствую вас на моем канале. Сегодня я продолжаю резать поднос. То есть это поднос декор для кухни, для украшения апартаментов. И будет он висеть на стенке, как картина. Значит, сегодня я вырезаю текст. Много раз я снимал видео о том, как я вырезаю тексты. И сегодня будет резаться самый простой текст, который может вырезать тот, кто владеет резьбой геометрией. Значит, мы видим буквы, вернее, квадратики, в которые будет размещаться буква. Некоторые буквы я уже выделил. Это такие, как ща, у которой есть вот такой вот вылет из линии. Буква И, это тоже как ща, она шире остальных. И такие буквы, как мягкий знак, ше, тоже шире. Мягкий знак, конец слова, он у меня вылетает из квадратика, поэтому я вот таким вот образом эти буквы прорисовал. Обычно я делю предложение, которое я хочу написать, на строчки. Потом, ориентируясь по размеру заготовки, я отмечаю размер буквы и черчу вот такие вот квадратики под каждую букву. Для того, чтобы вам было видно, я прочертил первый, второй контур и закрасил то, что будет выкидываться. Значит, эта темная полоса должна вырезаться, и мы получаем букву. Обычно я вот таких вот вещей не делаю, то есть не вывожу буквы. Сейчас я нарисовал так, чтобы было понятно. А рисую только квадратики, и потом из них сразу же не рисую, а выбиваю буквы. Значит, начнем мы нашу резьбу за главной буквы, буква И, которая будет идти с узором. Итак, кому интересно, присаживайтесь поудобней. Поехали. Итак, друзья, перед началом резьбы еще раз хочу проговорить, что есть первый и второй контур у меня. Так я обучал детей, как понимал, как видел. Дети меня понимали и начинали вырезать. Первый контур, тот, который очерчивает сам узор или букву. Второй контур идет на несколько миллиметров или пол сантиметра вокруг всего узора. То есть эти два контура говорят о наклоне резака. То есть первый контур — это наклон рукояткой на узор и лезвием от него. И второй контур — это рукояткой от узора и лезвием к узору, где получается вот такая вот канавка. Внутри данной буквы я показал вот такую вот канавку из такого вот треугольника. Те, кто, как я говорил, владеют геометрией, знают, о чем идет речь. Так, начинаем резать. Вот буква, наклоняем, делаем наклон, и начинаем прорезать первый контур.
Друзья, вот как выглядят вырезанные буквы. Два слова. Когда будешь и. Здесь некоторые буквы я так прицепом зацепил. Вот еще буква и. А значит, вот клеточки, которые, про которые я говорил. Вот еще тут где-то я начал вырезать буквы, вот крайние, к примеру, которые вылазят. Вот буква Г прорезал сразу. Значит, вот так выглядит резьба по контуру. Помните, да, в начале был карандаш, значит, два контура. Первый контур и второй контур, которые говорят о наклоне резака. Значит, вот эта строчка у меня получилась самая длинная, поэтому прорез между букв и сами буквы будут немножко сжатые. Также пробел между словами будет немного меньше, чем вот здесь. Это делается для того, чтобы разместить слова более красиво на данной площади. Значит, здесь я буду прорезы делать между букв уже на глаз. Будет немножко меньше, чем здесь. Значит, я думаю, что все и так понятно. Значит, сейчас я дорежу и покажу результат работы. Ну вот, буквы практически, можно сказать, что вырезаны. Единственное, что я сейчас придаю им вот эти вот уголки. Срезаю, закругляю, придаю им как бы вид такой. Вот остались у меня еще, я прочертил карандашиком, вот букву Е, к примеру, под углом я скашиваю вот так вот. Вот у буквы К скошен такой вот склончик. Вот у буквы А тоже я скошу ножку. Вот как в этом вот варианте. Буквы я на таких кубиках черчу в тетрадке. И вот каким образом я разрабатываю буквы. Разных типов. От А до Я. Очень легко можно вычертить букву, которую можно будет вырезать просто и быстро. Не все сразу, но по ходу времени тренировок это будет получаться быстро.
Осталось выбрать фон стамеской полукруглой вокруг букв, приклеить цветочек в уголочек и покрасить. Вот такой вот стих из Библии. И когда будешь есть и насыщаться, благословляй Господа Бога твоего. Второзаконие, 8 глава, 10 стих. Благодарю, друзья, за внимание. Пусть ваше сердце будет всегда благодарным. Всем пока.